Конечно, Да, конечно, везде. подходи. Он тут слабый в геле. Да, в принципе, я согласен. ТТГ, значит, со следующей недели уберем ГМХМ, ТТГ оставим. Ну. Какая-то ебатория начинается каждый раз. Ты про что? Про то, что рейды убирают? Ну да, про свич что-то рейда, блядь, заебало это. А. Да, он Ну, что имеет в тебя виду про свич. заебало? Ты, блядь, в рейд только в 20 минут зашел. Меня тоже Слышишь, только блядь? пришел. Какая похуй разница? Алло, Заломаныч, Я мы тебе про то, сидели что... в ГМе, тебя даже не Очнись, было. Что у я тебя тебе какой-то про свич? свич. Тихо, вы. Я Я про надеюсь, то, вы не что, блядь, ругаетесь, блядь. свичаются рейды каждый раз. Я тебе про это говорю, блядь. Ну хули бы Ты, делать? ну... Такое КД. У меня Блядь. просто очко горит с того, что у нас сидят люди в онлайне, Дружище, я и один мне раз на треть. РТ опоздал, нахуй ты... Ладно, все, Тихо, блядь. тихо, не надо, Не, чего ну вы не хули хватало начинаете? людей, Заломаныч. Не Ну, хватало я же 20... онлайн, 20 я тебе минут говорю, это... что я не хочу идти. 20 минут это не час. Ну не хочешь, пожалуйста, твои Вы не проблемы. должны обижаться вообще. Ну и Кто типа, падает, кто не ну, может сесть? что теперь-то? Ничто Это теперь, я игра, говорю, между не прочим. хочешь, не Ну хочешь. я не у тебя спрашиваю. Да вы вниз идите уже, мобов. Я вон Вики Мне говорю. показалось, что у меня. Ну, я сижу онлайн, ничего. Я типа обязан идти в ГМХ или что? Да не обязан, ну Ну, хули, я типа, думаю, нет. тут чисто на пацана. Ну, типа, если ты считаешь, что тебя... При чем тут на пацана? На А не, пацана, ну это блядь. отгоняющий Я не знаю, у идет меня понятие совершенно другое этой хуйни, блядь. Но у меня такое понятие. Если ты, ну, Какое? тебя одевали, ты должен помогать всем, кто в Так мы гильдии. Но... сколько Вот я можем согласен с туда этой ходить? хуйней. Сколько надо, столько и Бесконечно. будем. Надо будет еще на следующем КД сходим. Ну это просто бредовая логика. Какая логика бредовая? Может тогда тебе шмот Я не удалить? отказываюсь помогать. В льду я пойду. Ну, потому что, блядь, там волонир мы собираем. А, Ну, кстати, потому что кто дальше да. на льде будет после Если рофла? мы соберем ему волонир, типа, провисту, я И больше не что их пойду за хватит? Да не ходи, бабочку. пожалуйста, можешь козырять этим сколько угодно. Я тебя, ну, я не заставляю, не Нет, Я не тихо. козыряю, я просто говорю. Подождите, Ты а это серьезно, говоришь есть какие-то планы на десятый следующий волонтер? раз. Есть, Типа, написано я все. хочу актуал контент. Все, Что? ходи, пожалуйста. На кого? Написано в РТ. Прочитайте канал РТ, там все А написано. есть у него осколки? Есть у нас Там, смысл вообще пробовать? по-моему, там друид инвалид, по-моему, следующий стоит. Друид инвалид и стелси. Ну, Дальше посмотрим. контент открывается раз в 3-4 месяца. Мы, типа, один полный волонир будем собирать 3-4 месяца. Ну Ну, да, давай. долго собирается. Ну так, а Геровский не откроется раньше, чем мы соберем обычку? Причем Нет. тут Геровский? Через 2 года еще уже. Нет. Следующий контент, я так понимаю, это Гер, нет? Я не хочу в подробности вдаваться В... сейчас в Аванир. Вадикон, смотри. Я просто не играл так, ну, на Слышишь? этом серве, вы мне объясните, да, Вадикон, Слава, да, еще раз ассиста, говорю. там чел плюсует Смотри, рейд. короче, Геровский Волонир собирается со льды 25 хм. С десятки осколки не падают. В ближайшее время может выйти только десятка хм. А 25-ка выйдет только после ЗС ОКА ХМ. Это все, конечно, заебись, но кто четвертый танк? Блин, пищи еще. Вы Давай, сейчас стыкайся. А, ты уже в танк. еще попиздите, и через 15 минут еще одного танка не будет. Если что, есть спектр А кто танка. уходит? Мне надо будет отойти на 20 минут. Только Сафт, ты меня лучше на боссе оставь, я на трэше не сильно это. Ну, Попадать себя чувствую. Лингрен на При... боссе. Виланша, Хулидринг второй, или Пичип третий. Лингрен Юля на боссе, первая. говорит, Да, Виланша. конечно. Молодец. Хулидринг второй и Пичип третий, значит, Виланша первая. Не, так ты же сказал, Лингрен тоже на боссе. Нет, ты Но. на трэше. О, так, точнее. Так лучше, да? Можно кулак по дроиду, пожалуйста? Заходите в этот, как он Четыре называется? паладина. В инст. Там я где-то рыбу ставил, по-моему. На тебе кулак. Десятку на тебе. А, вы рофлите, да, Нам у нас даже получается? локом, блядь, дам. Сейчас всем, сука, кулаки дам, нахуй. Заебали. Я У нас крестил. ни одного приста нету. Ну если, блядь, 4 паладина, вы между собой разобраться не можете. Кто-то один, настройте там свой аддон. Есть барабаны палате плесовские? Или там свиток зачарования кто есть? Давайте, блядь, собрались. Блядь, без приста, блядь. Распределил кубы? Распределим. А тут чё, кстати, они в это... Тоже в этот дебаф долгий, да? Я что-то забыл. Да, Нет, да, по-моему. В гель же прошлую неделю били обычный.
Первое КД мы били 10 рыл ставили на кубы, второе КД, я не знаю, то ли... Не отменили просто ДПС до хуя. Так, на приколе кружок. А, да, там ДПС у нас дохуя было. Как обычно били в Керри? Типа это обычно? Нет, нет, у нас ДПС было дохуя, мы привели раньше, чем мы привели. Что-то РДшников мало. А, вон потеряшка. Потеряшка это кто? Террорист? Вроде террорист? Да. Где он? Это его Охан. Еще раз говорю, печеньки ГМХМ идут на мейн персов, блять. У кого я у человека. Я не хочу этот печеньку. Мейн перс. Я вообще говорю, чтобы не было никаких обид. А потом уже идут альтам. Ну а что ты думаешь, Костя, отменим на следующем КД этот самый? Вы мне днем как-нибудь можете помочь Кару сходить тогда за печенькой? Хотя бы за одну, ну, одну неделю полутать. Ну, может. РБК тебе в помощь. РБК я не фармлю. РБК тебе в помощь. Да сходим, сходим. Проще ГМХМ сгонять, собрать. Давайте быстрее. А, уровень на свет там. Да, он гильдия не хочет туда ходить. Не, все такое вот этих вот всяких персов брать новых там, которые... Не, я вообще, например, против отмены ГМХМ, потому что мы набираем новых людей, новых людей. Хорошо, тогда не будем. Так, ну, одевай их в Т5. У меня вот... Ну, кого ты, блядь, еще мейн в Т5 не одел? Чтобы одевать в Т5 человека, его либо вагонить надо... Да, я какой-то... Я третий, получается, да? Юля, забери. Да, конечно, ты третий. Все хорошо. Вы сами хотите, блять, актуальный контент и сами все усложняете. Актуальный контент уже вот прошлое КД. Да хуя. Ну а это, блять, это не будет останавливаться, так всегда будет. Ты чему удивляешься? Я еще раз говорю, у нас не весь актуальный контент закрыт. У нас есть еще Джай, на который мы ни разу не хотели. Тихо, подожди. Синхан, ты тут, брателло? Братан, быстренько отреагируй, пожалуйста, в чат. Братан, обрати внимание, блять, на тебя повешался дебаф, печать Мактеридона. Ты во время ее, когда она заканчивалась, кастанул. Ты проебал пол маны, еще хп себе проебал немножко. Обрати на это внимание. Бидон, стелси, потеряшка, Лингрен, например. Короче, то, что одевать новых людей придется, это, ну, без вариантов. Кто их будет одевать? Я Сомнер буду одевать. Ну нет, вот стоп, скажите мне сейчас, какому классу 245-й, ну, Т4-й хуже намного, чем 260-й? Это, блядь, это 20 стадов, ребят, вы серьезно сейчас? Фишка, 3 секунды. Не, про то, что... Нажимайте кубы. Нажимайте. Ну, трусы, нажмите трусы. Да, нажимайте. Пиздец. Че, не нажали? Я... А, боже! А кто-то раньше нажал, кто-то позже. Кто-то отпустил просто раньше. Отпустили. И в ромбике тоже отпустили. А звезде пасифея у тебя что? Почему я пошел к тебе поджимать? Да даже не отпустили, в луне не прохилили. А, да, походу. Дохлый. Понятно. Раньше всех валил. Рофл. Рофл на рофле. Ладно. Когда босс кастует любой луч в любой из трех порталов, вы подходите к кубам. Когда каст закончился, вы их нажимаете. Все, что вам нужно знать, это чтобы 5 лучей попали в босса. Босс красными буквами напишет в чат «Нет, только не снова». И только тогда вы можете самостоятельно отпустить куб. Если вы не знаете, когда отпускать куб, вы его нажимаете и держите. Все, флот убили, блядь. Да, быстро резнулись, добежали, блядь. Разбафались, пожрали, блядь. Пуляем босса. Покурить, попить, оправиться. Угу. Можешь сразу идти курить, нахуй. Я вам скажу так, вот там залупились, типа давайте там, ну, ГМ и этих геры ходить, целка, там, ЗС, все в начале. Я поставил прошлую неделю РТ под вопросом. Ну, никто не знал, в какой день что будет. Поставил, как вы хотели, блять. Все по залупе, по пизде пошло, блядь. Это КД то же самое хотел, все по пизде подожди, пошло. Подожди, а чё по залупе? Занесли, вторник, среда и свободные были вообще. Так тогда охуенно расписание. Мы весь контент закрыли?
Вот и эта неделя должно быть то же самое. Вот все, что поставлено. Это, подожди, а что ты говоришь по пизде пошлось, и все охуенно получилось? Потому что проносили долго, времени себе проебали. Да. Нет, как мы проносили долго, если на других неделях мы в среду келья допивали, а на этой неделе мы вторник-среду вообще никуда не ходили? Ну... А вот эту неделю надо так же, так что... Это вот... на 8 часов быстрее получается, Слава. Так да, что... Мы сидели, флот убили. Гуляйте. Каска будет. Каску по всем. Эту я неделю надо попаю. Так же сделать. Вы, ну, не говорите там каски, просто скажите, кто бафает каски, я одна буду прыгать и все. Не на пристав ради нет, вы два фунта что ли? Ну а что ты не на пристав? О, я не хочу на пристав, я хочу наваривать ее. Йо, тебе. Ну, знаешь такое, тоже, знаешь такое понятие рейдовой необходимости? Знаешь, тоже заебываешься хилиться уже, кто-то просто ну, вот, да. Потайчит, подамажить. На проносить-то будет. Три ханта? Ах, блядь, я будто один на твине сейчас сижу. Да присты хуйня классная, хуй, ну нахуй нужны, блядь. Ну все, блядь, тогда я удаляю приста, я... Ваня, тебя обидели только что. Ваня, нету времени. Да. Я почему говорю, что приставов нет? Просто то время, то, что мы тратим на то же ГМХМ, на то же ТТГ, можно потратить, блядь, на БС, можно потратить, блядь, на Джайну, нахуй. Про Джайну ну, я согласен, кстати. Просто, Костя, когда там пристан тот гильдии заявку прислать челики, которых Т4 и один... Так тот, и тот. Берем в гильдию, бляха-муха. Вы уже сколько раз спрашивали, сколько раз вам говорили? 260+. Так не пишут 260+, ты понимаешь, не пишут, блядь. Никто не пишет. Не берем. Я написал 262-й, чего. Ну, блин, это знаешь, раз не приходится, честно. Это раз в полгода ты напишешь, так. Да, раз ты как это, ты как раз палка стреляет, вот тот. Те РТ подходит, там. Может, другие гильдии подзаебали. Давай, Дима. Ты-то вообще без гильдии играл. Не знаю, как ты еще играть будешь. Ну вот дамаг вроде есть. Ну, по крайней мере, по мобам. Сейчас по боссу глянем, да, люликам. И челик на ютубе пишет, скачай себе норм этот аккаунт ХПС, ДПС, нахуй. Ну вон, смотри, 20 даю, 23. А ты не понял, кто это на тебя написал? Нет. Я знаю, кто тебе написал, да и скажу. Ну, блядь, и не говори, молодец, что знаешь. Я прям рад за тебя. Спасибо. Гуша прям как маленький ребенок. Я еще только да, я прям радостный, пиздец, радостный. Голд убили. Бидон. Ну, вроде стопнули каст. Да здесь нечего анонсить. Мы 1000 раз уже здесь были, блядь. Сейчас вон, блядь. Стелсы. Ну, за кем, блядь, за вами выехали уже, нахуй. За кем дурка поехала? Дурка, блин, отлично. То ульду не хочет ходить. Он войд. Кубы 10 секунд. Смотрите, вы стойте возле кубов сейчас. Я вам скажу дословно, что делать, блядь. Вот сначала будет лучик такой, в один из трех порталов. Сначала вот он каст заканчивается. Оп, теперь нажимаем кубы, 5 кубов. Трусы. В трусах. Молодцы, отпускаем. Готово. Босс, обратите внимание, написал в рейдовый чат, нет только ни слова. И это сигнал для вас, вы можете отпускать. Подводи. Отведите. Куда подводить его? К демонам. Чтоб кливали. А, я к демону подожду, все понял. Хорошо. Демонам, ну как милики кливать будет, и сам милик. Ой, блядь. Диспейлить не забывайте. Это самое... Перевели, ушли все в звездочку. Бьем демонов на ходу. Сюда. Ведите. Я шевы дам. Да, ведите. Из косты сбивайте и магию еще. Этот проклятие диспейлите с рейда. Да, без гимнов и... Ну, тут, блядь, 3 гимна на хп. Ой, блядь, 3, наверное. Вставайте в лужу, нахуй, хпс буду накручивать. Я понял. Я пошутил, нахуй. Вчера. Ты, блядь, ты так не шути. Я уже мы шуток не понимаем.
Я как бы в ней стоял. Я понял, нахуй. Выходите, служи, нахуй, сейчас делайте. Слава ГП накручивать начнет. А то это печати на двух хилах. Just cast stop it, сейчас. А все, Волонир прокнул, в лужу заходим. Я понял. Давай. В лужу? Как нехуй, брат, давай. Хуярь. Сова подхиливаю. Катрисия подхиливаю. А че, не вывозишь, Волонир? Катрисия в лужу стоит, дамажится. Ясно, если не вывезет, то ГП, да? Давай. Ясно, Волонир говно не прохиливает. Давай, бидон тотем, ты первый просил по мане, ты первый тотем, давай. Я понял. Гимнов нету, нахуй. Ну, Холи Дринк нормально там просел. Ну, надо вовремя. Хилы моча. Волонир говно, блядь. По-любому, ну. Стелси, давай тотем, бидон просел по мане. Это ты так отмазываешься, да? Бидон просел. Короче, я на себя посмотрел. Частицу ебанул нахуй. Поебать. Нахуй-то зачем? Давайте победный ШВ и погнали. Печать прокнула. Вильку проебали. Что, мне щит даст он, не? Нет, булавой шоми, пошел я нахуй называется. Слава. Да, чё? Это. Я, короче, отошел. Минут через 15-20 буду. Да. По возможности груля. Оставьте. На кого тебе угори? Эту хуйню. Ты сразу печеньки отдавать будешь? Ну да. Да. Я не знаю, я Т5 буду на этот спек. У меня нет. ДД, да? Сколько у тебя? Да. Две. Две. Я не знаю, может кому-то надо... Я Т5 буду брать. Одну надо, пока все равно будешь дамажить. Я еще передам, я открывать не буду пока. Блять, у нас есть Амидамару, есть Инхан. Он там Амидамару, да, эти Амидамару тоже хорошо дамажит на Эрпалис. Так, это что это, распыл? Я на японском заговорил, пиздец. Да. Кто? Ты, Дима. Смотри, жезл и оффхенд выпал. Не я? Че, журавля Лингрену? Если надо будет кому-то журавлю Лингрена, короче. Жезл надо кому-то? Мне не надо ничего, это я на распыл жму. Ну, я не говорю, на распыл. Точно, на распыл же можно. Бля. А я урвал первый. Ну, все, тебе да. Бля. Вой, дай мне на распыл этот самый тогда жезл. Так, сейчас я тебе на распыл дам, подожди, где ты? Ой. Сумку. Бля, сумка, бежим скорее. Сука, игрок не найден, нахуй. А я с инста вышел, подожди. Стелси закинул. Подожди, дай мне на распыл, зашел в инст, давай. Ну все, уже, ну я сумку стелси отнал, сори. А, сумка пуха, а там шмотка на распыл, все, не мэн? Я полетел на мало. Другого босса. Так, Хольдринка нету, надо Катриси тогда танкануть двоих, пока его нет. А извиниться не хочешь? За что? А ты, блядь, извиниться не хочешь? Открой, сука, запись рейда тогда, целка Геры, нахуй, и послушай, что ты там пиздел, нахуй. Это вообще нормально, нахуй, ты считаешь? Я сказал, что отойду, нахуй. Я не про отойду, ты в муте тогда был. Ты послушай, что было слышно. Вот почему я, блядь, в муте был. Когда ты не в муте был, вот ты послушай. Я был недоволен, нахуй. За что ты мут получил? Вот иди и послушай, если не понимаешь. За твои, блядь, тупые нервы, нахуй. Все, не пизди, нахуй. Которых просто нет, нахуй. Тихо, нахуй. А то въебу мут сейчас будешь пиздеть. Да въеби, блядь. Сам попросил, блядь. Не-не. Сейчас как въебу, нахуй. Ну давай, въеби, давай, бей, блядь. Пиздобол, мута нет. Короче, ясно, нахуй. Тебя, ну... У меня, понимаешь, вот если развалится рейд, гильдия, нахуй, вот эту залупу я не буду терпеть, нахуй, от тебя. Думаешь, весело, нахуй? Вот и сиди в муте теперь. То размутает, нахуй. Я подключаю, опять роли подключаю у вас всех, нахуй. Будете, нахуй, нервы мотать, нахуй. Если, блядь, не умеете по-человечески, блядь, стараешься как можешь, нахуй. Вот кто с начала гильдии помнит, блядь, с чего мы начинали, нахуй. Целка 8 боссов, нахуй. И к чему пришли, блядь? Целка 8 боссов. 10? Ну, 8-10 боссов, да. Не, я имею в виду десятка.
Или 25-ка. Ой, а здесь из присутствующих сейчас есть кто с самого начала гильдии? Да, кроме есть, тебя? Конечно. Кто? Ну, я уже почти год, я с лета в гильдии. Там были две гильдии, ну, то шляпы кабана никого не осталось, и была вот эта с Лиги Легенд. Шляпы кабана. Они там две гильдии ходили в этот, как он называется, на 8 боссов в целом корабле. 25 оп, на фул мы ходили вдвоем сначала. А Вадикон, ты пиздец, ну шляпы кабана вообще нормальное название, мне кажется. Вадикон. Так, сейчас рыбу. Ты с самого начала, да, Волгалу слез? Ну я с Лола. Дайте кто-то гильдбан, ну с Лола, там еще кто-то, Хилая. Жарник. Да, весь мейн состав оттуда. Дайте, ага, вот. Опа. Давай башти. Да. Ну он Святос тоже. Они его эти шляпы обидели очень сильно, он до сих пор их ненавидит. Давай этот самый. Да хули обидели, бля. Давай, хули его пизди, давай. Ставь этот самый. А с ему стан там, подожди. Шкаф, притон. Да идут все нахуй по одному. Они, короче, забрали тешку с РС и перестали ходить. А ну нахуй. Ебашьте ДК, ебашьте ДК. Гоша, блядь, что ты там делаешь? Ай, нахуй. Я жил, как воин. Ты что, дурак, блядь? У кого еще танк есть? У меня есть танк. Я могу зайти, если... Во дворе стоит. Нихуя себе! Слава, зайти или не надо? Сразу заговорю, я забиваю слепоглаза. Слепоглаз мой. Давай зайди. У меня танк есть, но он без комплекта Т4-255. А шмот нормальный там? Ну, сейчас... А, вон, мораль спекайся. Мораль спекайся. Ну вот, посмотри, я спекнулся. Пойдет, нет? Так, сейчас... Нет, тут такого у тебя развалят, скорее всего. Да, нормально, ничего не развалят. Этот самый... Спекаться? Этот репещип, мне кажется, тебе надо на ДЦ зайти. Тебе же надо? Ничего отсюда. Надо. Чё тебе надо? Он потанчить хочет. Смотри, боевая палец, вверхшего леса надо. Что ты ебанулся, надо? Блядь. За шея нужна. О, кисти надо обязательно. Ладно, пизду, живи нахуй. Yeah. Я пизду, что Мэтфок зашел. Мэтфок сейчас похилит. Слышишь, Мэтфок, ты в диси? Давай в это выдушь. Так что, у меня спекаться в танка нет? Так, а ты кто? На Мидамару. Да, будь в танке. Блять, пришел тебе Сумон, нет, Сумон, ладно. Угу. Так, этот самый Мудфокс Вердру. Подхилишь тут. Ну, пускай будет он. 5 танков. Где бедно на тут? Лешан, слышишь? Ты припоты дикой магии сам делаешь или покупаешь? Ну так. Я это купил давно, у меня его дохуя осталось. Юлька, танчишь череп. Ничего, что я тебя Юлькой называю? Здесь нет, это нихуево. Чё ты так? Ты только сейчас об этом спросил, ты до этого так спрашивал. Ты череп танчишь. Лингрен, давай крест. Луну танчит мораль. Луну вот... Либо вот тут, недалеко от креста, но чтоб тебя не откидывал кегля. Луну нахуй, слепоглаза ебану. Вот. Короля, кто там? Репичип короля нахуй. Найдешь себе место там. Не стоит. Слепоглаза вот мораль позбивает каст.
А кеглю танчишь этот самый Амидамару. Танчишь вон там. Сейчас тебе ебану метку. Вон там столбик есть, жопой в него упрешься, чтоб тебя не откидывал этот пидор, и все. Если, короче, он тебя в овцу превратит, бабл ебанешь. Потому что он может шотнуть рейд под этой хуйней. Так, в принципе, никого разъебать не должно, но кого-то, блять, можно. Да похуй, давай. На самого бича дам частицу. Все, вот рыба. А. Вот рыба. Мысли, о чем я не дал. Там и бич, здесь. Ты не, ты не бич. Ладно, хорошо. Тебе повезло. А, кому что по бафам? У меня стоит, блядь, ебаный тут творожная запеканка. Хорошо. Хорошо, да, стоит. Пошла распаковка. Да я чё. Бля, Слава, напомнил, надо танки заказать. Ничего не делать. Это танки для танков только это. Отчет. ДД ничего не делайте пока. Смотрим, кто откроется. И смотрим, агро еще им надо набрать. Так, кегли увели. Смотрите, кулак дай. Кто открылся? Крош, кестик открылся на агро. Смотрим, сколько там у Мидгрена. Это бомбы выносим с рейда, бомбы выносим с рейда. Давайте хорошенько это самое, хилы работаем. Урга, ты куда подошел, блядь, бомж? Да я стаки набивать хочу, блядь, ебаные. Нахуй стаки, блядь. И без стаков не дамажу. Уйдите оттуда. Милики, сука, уйдите оттуда, блядь, вы не русские, что ли? Вам говорят, нахуй. Один уже сдох. Милики не бьют. И это, и бомбы выносите живые, нахуй, с рейда. Вот, дамаг весь рейд получает. Стоите, вот, вынесите, вот, молодец. Сука, поставлю в следующий раз себе, блядь, вуду, кто их, сука, не выносит. Акру на Далмас, Далмас, акру, ну, хорошо. Бить, ну, прекращайте, все, не бейте. Пробуйте захилить. Этот самый, Синхан, Войда, ресы. Мэтфокс, ресы, Ургря. Я, походу, Рену собрал. Сенхан, Брателла, пятая пать. А, вот все, спасибо, блядь, не увидел. Сори. Тут понабиваю. Со слепоглаза молитву не забывайте сбивать. Ну там рога должен стоять какой-нибудь. Да какой рога? У нас ДК танчит. Так, а кто сейчас открылся? Слепоглаз, а, ребят, слепой? Слепоглаз. Вы че, блядь, олмы крошите? Милики, а вы, блядь, бейте нахуй дикий. Собак. Собак, ну. Собак хуярьте, они не должны копиться. Че вы там, блядь, оставляетесь? Да вот я что-то похуярил, и у меня... Синхан, Иннер, мне же залей. Агро больше, чем у Юли стало. А табак там есть, лучше вообще не подходи никуда. Так я понял, там агро набиралось как-то неадекватно. Я вроде нихуя не делал. Хватит, ведите от босса. Так, Катрися, дай тоже. Хватит бить, хватит бить. Дай тоже выйду. Геру. Давайте Геру дамажим. Сова, Синхан, три шамана. Катрисия тоже с формы. Выходи, диспель. Мэтфокс помогает тоже. Три шамана. Крафаяз закинуть, не забудьте ему. Так, стелси вижу, тотем поставила. Диспелим, диспелим. А то убьет дебафом нас. Ну чё, не помню, я чё, какой-то скрытый ап нахуй был или чё? Какой ап, почему? Нет, вроде не было. Ебашу, шо хуярю. Мутфокс, добили. Мутфокс, давай мне тоже иннер нахуй, порезаю, блять, хоть немножко. Слепоглаз открылся играть. Ну, слепой, почилим. Блять, сакру нажал, макрос, ну второе нажатие на отмену не успел сработать. Ебанул, блять, в каст, когда тик был. Это же блин, не... Так я сдох, нахуй. Один тик, ага. И второй словил на себя, сакруем, блять, дамаг. Блять, почему на удар грома нет? Бать. Давай этот самый
А Заломаныч ты не хил нихуя. Я в аху. Бидон, ставь тотем. Подстава. Сука, давай, короче, в хила переделывайся, блядь. Видишь, не справляемся. Короче, когда скажу, будешь хилить, блядь. Сейчас вот на огненной вот этой хуйне. Как мана кончится. Киглер открылся. Нет? Кеглю бейте вон зеленого. А нет, не открылся. Он закрыт. Ну, значит, никто не открылся. А чё наебываешь? Выводите Киглера. А чё наебываешь? А ДБМ, кстати, у тебя и Снипок, и Крош не открылся, и Киглер не открылся. Это, потому братан, что два раза открылся. Потому что я знаю, почему не открылся. Выведите Киглера. Киглера выведи из-за угла, выведи, чтобы босс, имел зрительный контакт с Киглером и с Крошем, нахуй. Иначе они не будут открываться, и мы здесь будем сидеть до второго пришествия, нахуй. У, сука, глаза мне смотри, блядь. До еврейской Пасхи, нахуй. В натуре, нахуй. Я аж ману всю прорезал, нахуй, пока мы чилили, ебать. Встаньте чуть-чуть правее, вас киллер будет откидывать. Правда говорят, что в Украине, блядь, фашисты. Он сидит сразу про еврейскую Пасху. Крош. Тем хуя тут. Кеглю. Кроша, блядь. Я осуждаю. Этот инвизибл, сука, как дела у тебя? Почему ты, блядь, сдох? Ну, пиздец. Кринж. Ёбан, меня откинуло, нахуй, тварь. Это, короче, Лингрен, у тебя есть, да, Сакра? Блядь, да. Кирпичи тебя чуть не проебало. Да, ебать, да не я... не бейте вы его, не бейте его, проебал. Не надо бить. А это бомба бьет, блядь. Сука. А кого они вон бегают, нахуй, просто. Говорю, встаньте. Урон чё? Наносим. Встаньте вот в тотемы, мы кастеры в тотемы, нахуй, встаньте, вас откидывать не будет, блядь. Ё-моё. Подбежал этого Рипичипа подхилить, нахуй, он там пообрыгается сейчас, нахуй. Меня не откидывает. Этот, готовься. А, нажимай, Лингрен. Брис поднял. Вообще какая-то хуйня у тебя. Он же. Ох, ебать. Повезло. Давайте, добейте его уже, заебали. Вот так встану, короче. Что-то аура какая-то хуёвая поставил, нормально. Да, что-то РДД вообще в рейде нету, я так посмотрю, блядь. Я только пришел. Я понял. Ча, блядь, на груля. Ну, хуй знает. Ну, как в ТТГ пойдем. Что-то мне, не знаю, как на груле там будет. Надо взять, мне кажется, нормальный, блядь, дамагер. Танков с петой пусть руки просто закрывают, милики. Ну, танки, да. В принципе, нормально, на груля должно быть. Че, когда он там откроется? Сука, заломаешь, ты меня вообще поднаебал. В смысле, поднаебал? Я смотрю на пятую пати, думаю, это хилы, нахуй, такой, ну, спокойно. Это думаю. Плохо для тебя, Заломаныч. Раз, вот, и ты уже хил скоро будешь. Ты там и ты 5 на Аршама, да? Что, блядь? Брателла, нахуй, сука, репичип. Почему отойди, ты не можешь... Бал, отойди от братан, Киглера. Приведи сюда короля, нахуй, ты заебал. Я подхожу тебя подхилить, меня куда? Откидывает, нахуй. Мне куда похуй, я подведу, куда? Под... В крестик хорошо, подведи. Хорошо, сейчас я под Гиги, нахуй, подведу к этому королю. Крест... Нахуй, в крестик а подведи, подведи в крестик. Переведи, блядь, ты заебал, ты далеко просто. Блядь, если ты себе... Блядь, не дай бог, я его переведу. Давай, еще. Давай, веди, ёбаный в рот. Заработала хуета, наконец. Какая хуета, блядь, мозг, что ли? Да я, блядь, сидел, блядь, полбоя, макро переписывал, нахуй. Мозг, что ли? Да я, короче... Блядь, кринж, нахуй. О, разрывная. Я сидел, блядь, макрос писал. Я понял, нахуй. Мы на боссах теперь макросы пишем. Угу. Да у меня макрос летел хуям, блядь. Да, ну, угу. Хуям, хуёво. Сначала надавил ведь его. Пишите письма, блядь. Это прошагал. Пишите скрипты. Начинал, дал сокру, и нахуй. Биты. Спасаемся, ебать. Не пишите, блядь, мамкам, нахуй, письма. Не моим, в смысле, не своим. Чужим. Не моим? Бля, ты вот пока ты не акцентил. Так хотелось, ой, это так хотелось. У тебя чё, их блядь, я же замутан был. Чё залагал, понял, блядь. Тебя размутили, Дань. А нахуя? Ну, полос, блядь, приятно, бля. Говори побольше, но. Бля, кто бы говорил? Я хуй знаю, чё у вас тут за это... За споры были, блядь. Какие у тебя Катрисия в муте будет? Да. Мне показалось почему-то, что ты Заломаныч. Ты забыл.
Мне показалось, нет, вылетел этот репичип или сдох? Он сдох, что ли? Я вылетел. Нет, я вылетел. Нет, дисконт. Разлутили просто. Я хватил. Он вылетел, да. Я не сдох. Я бессмертный, блядь. Я не умру никогда, блядь. Чисто у тебя там инчант стоит, ТТГшный. Если по вам носит смертельный удар, вы вылетаете с игры нахуй. Не убираете, блядь. Понятно, блядь, что с тобой. Нет, ну просто альт F4 вдавил, нахуй. Чё, блин? Чё-то вы сухие вообще все. Блять, Зломаныч, надо хил аспект. Короче, надо массу набирать, согласен. Я не буду делать спек Эршама, нахуй. Ты уже Эршама, уже. В Т5 там Эршама сделаешь? Похуй, прям в Эршама. Эршан только в Т5, нахуй. Базара нет, я просто не уверен, там насчет руля там надо будет захиливать и надо гимн еще. Кто там есть у нас? Шелфир есть. Кого свичнуть, кто у нас точно нихуя не заберет? Так. Я точно ничего не буду забирать. Может, тебе на саму зайти? Чтобы посерьезнее думать. Сейчас я подраскидаю пати. Сейчас, короче, печеньки разрулим. И это... Не бегите пока на трэш. Кому-то. У меня вообще просто... А почему меня вообще в пятую пати закинули? Там просто места не было. Да, Питон, на чё тебе? На хила? Нет, ему на Эдема. Так, погоди, Питон тогда. Мораль, чё у тебя? На ДД, да? А Мамидамару тоже есть. Кому я давал печеньки первые? Угари? Не отдавал. Вторую кому? Мораль. А, Мораль тебе отдавал. Вот Синхану давай одну. Ой, слышишь? А. Ты дай Амидамару одну печеньку. Эрпал-то вроде неплохо у него идет. А, где типа... он? А у тебя аддона нету, нахуй. Давай вот тебе одну. Бьет там что-то вроде хорошо, вроде. Так. Это самое, что ты распыл, блядь, да? Если кому-то надо, что ты с этой параши. На распыл можно? Да-да-да, кидай мне. Закинул. Дай, давай по очереди, Лёша, делить тогда как-то. Или ролим. А, подожди. А лучше с ГС. Бля, ну, не сяк. Пошли давай этот самый, давай Шелфир. Кто там еще? Сейчас перезайдем, чтобы нормально ебануть. Лёха, слышишь? Посвичим слабых. Хукмастер, перезайдешь на кого-то? На нормального? Да, нормально у меня этот Рога. Блять, тебе брать. Охоп не закрывал, блядь. Мактеридон. Рога Хукмастера. Не, предпоследнее место по ДПС. Нормальный Рога. Держу в курсе. Да, это... Я не бил на Магике не бил. Это еще а хил надо. Надо хил, короче, этот самый. Он взломан, значит, РДД, блять, сука. Я думаю, что ты хил до сих пор. Как же он хочет, это... чтобы я сделал спектр. Ладно, давай, похуй, я это. Слав, есть там и милики еще? Да, да, там должно вроде хватать миников, чтобы руки закрыть. Все, меня перейдешь на замену, я захожу, да, на приставе. Да, давай, подхиль, нормально будет. Ну тогда давай Кука вернем, чё. Кук, короче, я не знаю, ты под ебалом как-то врага вывезет, сколько у него хп там вообще? 28 сейчас. Хуй знает, вывезет, нет, короче. Понятно. Сейчас я раскидаю, кто там будет. Ладно, давай, угря, кого там еще? Нет, ну должен, в принципе, вывезти, почему нет? Где Шреддер, знаешь тактику? Так, на бусе я вела Шреддера. Так. Мораль, руки позакрываешь. Консилятор, кто еще руки позакрывает, блять? А, Хулидринг, что ли? Подожди. Я слышишь, Войт? Я под боссом руки позакрываю. Хулидринг, блять, как же сделать? Вернулся, там? Что ли? Ты вернулся? Я под боссом закрываю, да. Не, мне просто в миле хочется стать. У нас вроде демон лок есть, я бы... Да, я бы поля что-то темп поставил бы там. Короче, этот самый Хулидринг и мораль в танков, руки закрываете. Первая пачка и Виланша Лингрен танчит. Первая пачка, первая, вторая под боссом, под ебалом стоите. В принципе, давай кота уберем, чтобы он еще если резнул. Вот консилятор под боссом, слышишь? Этот самый консилятор. Доволен? Да, конечно, спасибо. Вот. Ты лучше паладина с 5-5 убери, нахуй, а не кота. Хулидринг, говорю, еще не пришел. Какого паладина? Сляночка в так, вот. Я говорю, пиздобол, нихуя он меня не мутил, блядь, у себя. Чё и отвечает-то? Балабол, получается? Я говорю, блядь, он за словами вообще своим не следит. Здесь как так, нахуй. Так, профиль, что это? Генерал. Вот, есть, включить микрофон на сервере. Вот, а, нормально.
Ну нахуя ты его тут? Так он хуйню-то несет. Так хуйню несут все, а мучишь его только. Хорошо, заломанность. Не-не-не-не-не-не-не, я пошутил, не надо. Че, Диман, мут, да, тебя? Да, туда его. Этот самый... Ну, Холли Дринк-то здесь, нет? На приколе потеряшка на замену потом плюсанете. Знаете, что значит похоже от Джика? Холли Дринка нету, говорю еще. Как нету, только что же подходил он. Куда подходил? Он отошел. Не слышал его. Тебе показалось? Да. Ну давай. Он что-то не пришел. Давай. Стой по ему дадим всего тогда. Так. Сука, а кто тогда закрывать будет еще? Катрисе, давай в танк. Руки позакрывай. Не релок. А, или там фул у вас просто. Этот, у кого там танк есть, нахуй? Медобав. У меня. Давай ты, нахуй. Катрисе, я подъебал. Подожди, но тебя не, при... тебя не... Ну, не при... ты не можешь принять или что? Ну, мне приходит сум, я нажимаю. Ну, да, значит... наверное, ханта еще не выкинул. Значит, да, кого-то еще не выкинул. А Мидамару, Морали, закрывайте руки это сзади. Вот на вас. Ну, я это хуйня. Трепнись и заполнил им. Сейчас я позакрываю. Там нихуя сложного нет. На Мораль посмотришь, сделаешь, как он делает. Дайте еще сум. Ты все поймешь, как сказал в матрице челик. Ложку дал. Из земли появляются две руки. Между ними красная метка, тебе надо будет встать в нее. Да. Ханта шел. Руки хлопнут, ты получишь дебаф. И так по кругу, ты постоянно закрываешь руки те, что вдали, в танкоспеке. Да, просто если не закрыть руки, пизда всему рейду. Не всему рейду, как бы. Ну, под боссом людям. Да, людям под боссом, как бы то был. Этот... Ну, я спекаться не буду, я просто шмот танковский одену и все. Да, у тебя должен быть 40 танков хотя бы. Спекнись, блядь, пускай ревность не будет, сдохнешь нахуй. 50 хп. Неважно, там получается твой дебаф удваивает урон, который ты получишь от рук. И кто-нибудь, да, кто закроет руку помимо тебя, подожди. Тоже тебе даст урон. В этого. Можешь по 60к получить. Танка спекайся. А то, блядь, это были... Там... Тут и медведи 70 тысяч падали, я видел, нахуй. А второй стак он под баблом закрыть не может, разве? Да, при чем здесь второй стак? Кто-то, кто не закрывает, кто под дебафом, они получают двойной урон все равно. А, короче, спекайся. То есть, если на две рукой, ты получаешь от любых незакрытых рук урон. Ну, я понял, то есть, я понял. Если две руки не закроют, ты получишь x2. Ну, я понял. Каску. Кому? По пристам. И по хантам тоже, пожалуйста. Блять, этот ой, самый, слышишь... Чё ял вот этот чейпед ебаный, уберите, а вот он нахуй дал, наконец-то ему МПП, заебал нахуй. Этот, Вадикон, ну ты покомандуй тогда этими, как они называются? В мели? Зайти, не, зайти и выйти, да. Сука, чё там надо? Опа, нихуя, потненький встал с этим стариканом. Так, а где мне вставать-то на руки? Метка появится просто. Да? И я так под боссом закрываю. На морали смотри, на нем звезда, на тебе кружок, смотри, как он закрывает, там... Вот сзади стойте. Хорошо. Вырастите, левость мне, другой. Ты здесь не был? Кто там дышит? Пожалуйста. Кто? Амидамар уже правильно закрывает руки танком? Да. Да. Ты да. Не был в ГМХМ? Ну, я как бы был, но не закрывал руки. Вот понял. Смотри, босс у печки держится. Ты будешь закрывать где-то на противоположной стороне. То есть как можно дальше от центра руки. Ну, примерно, то есть, да, не побегут. Или не успеют добежать. То есть, ты смотри дальние края. Если там нету, то бежишь, куда успеваешь. Короче, если смотреть на босса справа из печки. Со звездой бегай, блядь, там увидишь руки, нахуй. Все, не еби мозг. Всё. Там нихуя сложного успеть. Нету. Хотя, они Алара починили. Нет, в смысле, теперь он не улетает навсегда на переход? Угу. Шреддер. Не багает. Ну, у нас один раз всего такая хуйня. Даю отчет, все готовы. 5, 4, 3, 2, 1. Не бить, не бить, пусть подведет. Мега-ганста, кто такой? Промит-ганста? Мега-ганста. Ага. Ну, связка, готовьтесь. Бежим под лицо. Первая-вторая пати. Он руки. Ну вот вдали закрой кто там. А?
бидонах. И выходим, стоим, третий ждем. Вышли. Еще один адский ждем. Руки не закрываешь. Заходим. Заходим. Первая, вторая пати. Бидон встал, каюзы. Медфокс, друида ресы. Каску, лапы, пристебав, обновляем. Сразу тотем ставь, бидон. Шалфир на ману. Стоим под лицом. Выходим. Печки еще не было. О, обожглась. Юля, у тебя это 4, нет? Там что-то другое, бля, 60. Заходим. Я завис, говорит. Нам страхуйте. Че, разлагал. Ломаем, закрой. Выходим. Обжигай сразу их. Второй раз закрыть смогу. Не закрою. Лингрен, массакру, давай. Зашли под лицо. Я была, отдал в начале почти. Хорошо, тогда пытаемся. Я это, нажал сакру. Хорошо. Это хорошо. Это даже замечательно. Слева закройте рядом права. С боссом. Рядом с боссом слева, быстро, сука, забежали. Вот, молодцы. Не проебывайте руки. Будет вайп. У меня, в принципе, сакра есть. У меня тоже. Третий удар ждем, не выходим. Там 3 стабильно. Блять, кто-то вышел. Выходите, выходите. Выбежали сейчас. Все. Так рудал. Сука, сейчас второй будет. Вадский. Шалфир. Шалфир на ХП срочно. Шалфир на ХП срочно. Под лицо зашли. Блять, на тоненького нахуй. Ну сову проебали, конечно. Дубовку бы отдал, себя похилил, выжил бы. Ну да ладно. Слева также. Слева помните. Третий дожидаемся, никто не выходит. Заломаны сейчас этот будет адский по рейду бить, когда будешь. Все, цепуху. Вышли, обжигай. Цепуху готовься кастовать. Я буду массакру. Я цепуху кастую 2 секунды. Ты что, прикалываешься? Похуй. Не ври. Не 3-2. Это хосты нормально. Давай, готовься. Через себя кастуй. Так говорю, 2 секунды. Хуя. Готовься. Сказал 3. Давай, готовься. Зашли. Кастуй. А, все, убили. Там хилить нечего было. Ну, еще вы ничего не обрыгались. Не, я цепнуху кастую 2 секунды, это много. О, глаз грула. О, я полетел, ребят. Если в этом... Кому ничего надо в ТТГ? Вообще надо. Печенье. И ботинки, наверное. Это ботинки тихо, налево. Это тихо, этот самый... Угорь, тебе давать печеньку одну? Последний шанс. Ну, я могу взять 2, я ну, пока типа... на этой неделе это 5 не забираю. Я ну... как раз 2 куска. Я не против, ну просто там... У морали как у остальные. Совы есть уже. Короче, давай, бери, будешь больше бить, нахуй. Хули, это не лишнее. Не-не-не, ты мне одну лишнюю дал. Я тебе 2 дал. А у меня, бля, мне надо 2 куска, ты мне одну уже дал. Мне одна печенька лишняя. Амидамару дайте последнюю. Амидамару одна осталась. Да, ему одна осталась. Дай Амидамару тогда.
Ну или хочешь хуку, да, я хуй знает. Пускай я Амидамару, да. Пускай они с одной нет, сидят. Ибо... А Амидамару, если хочешь хуку, дай одну, блядь. Потом выбьешь еще не в каре. Ну, вон, ну, что он, блядь. Будет он этот паладин с снами. Да я хз, типа... Сами пускай решают. 30-й холидринг, ты тут? Что, бля, со мной не так? Скажи, бля. Тихо, тихо, все, бля, не надо потом. Нет, просто в голос скажи, там, бля, пищат нахуй. Че, я тебе говорю, у тебя это уже 30-й твинг. Типа, мы отдаем на мейна в печеньке, типа, то все. Тебя слышно? Ну, бля, никуда не... Мне просил нахуй Т4 глаза этого. Вот сюда попросил впервые. Так. Кому надо? Так я ж тебе это не с предъявой говорю. Я говорю, что у тебя много твинков. Да, я хочу отдать челу, который, возможно, будет ходить мейном в состав. Все. Блядь, никому не надо. Вы куда съебались, что ли, все, блядь? А вот мастер-то. Этот самый... Шаром открою. Так, кто там на скольких был боссах? Кто не с нуля был? Я с королей. Три из трех. Не был на магике. Ой, скорее в портал. Я портанусь сам, не надо. Этот хулидринг один и... только был, а где он? Его нет в рейде? Кто? Хулидринка нет в рейде. Вот Фокс, сколько ты боссов бил? Два? Один? Один. Два бил, да? Кто еще? О, объект продают. Угу. Короче, хуй знает. 75. Все, портуемся за этот. Даже не поднялся цене фига. На приколе, да, он тоже сейчас сотку. Это же говно ебаное. А как два, блядь? Магика не бил, что ли? Человек не бил. Бил вроде. Ты его, это... На груле на замену отправил. А, да похуй. На замену отправил. Кто на замене там был? В Рей, кто еще? Он сейчас не получил на приколе? Блядь, как сложно мозг выебать, да? Это же пиздец. Он все получил, он на замене сидел, ничего не трогай ему. Кто? На приколе. Как получил? Ты в журнале видел? А, нет. Гляньте, плюсовал. Рейд-чат, милики. Смотрите, вот этот поиск кто-то забирает? Вроде никому он не нужен. Этот самый... этот... Джандис, да, еще был? Амидамару, Мораль. Слава, я тогда на сову зайду, раз нужен пояс. Вов Майлов пишет, надо. Да, да там не только он. Это, Локи, ебанитесь в ТТГ и суманите туда. Пошлите, выйдите камню один, суманем Лока одного и будем уже в инс... Это, народ, вопрос такой, типа, ретро-паладину, допустим, 4 каких брать? И Калинка какой, допустим... мимо, нахуй. На свое усмотрение. Кто-то перчатки бьет, кто-то перчатки плечи бьет. Да есть там сумон. Кто там перчатки идут?